6 шайб все-таки забили защитники сегодня. С чем-то связано? И как оцениваете линию атаки или не защиты? Да, я думаю, что без разницы, кто забивает, главное победа. То есть иногда забивают нападающие большую часть, но иногда защитники, что нам помогает. Как ваше здоровье? Вы получили травму в Сочи в олимпийской сборной? Да, уже все нормально, играл сегодня. А что с вами было? Ну, было и было, не на прессе, чем наше внутреннее. Сергей, а у вас же первый, да, полноценный матч за СКА, вот если не считать тренировочных, как-то, может, отметили уже там вкупе с победой? Нет, пока не отметил еще. Я думаю, что там нет, осталось не так много дней до старта чемпионата, так что сейчас уже не для отмечаний. Надо готовиться, серьезный матч впереди. Следили за переходами вот в ЦСКА, они усилились очень хорошо в этом сезоне? Ну, так особо-то не следил, так знаю, что много ребят. Так много, три, сколько вернулось из НХЛ туда, и звено из Сибири, то есть, может, это все, что я знаю. Какие функции на вас Олег Валерьевич возлагает? Вот мы тут гадаем, вы в первом звене будете выходить, либо в четвертом бить людей, как бы, вот, да, что от вас хотят? Знаю, на самом деле, то есть, игрок должен играть в любой ситуации, то есть, и делать... Ну, то, что полезно для команды, поэтому как поставят, что скажут, то есть я буду стараться выполнять, чтобы приносить пользу команде. По сегодняшней игре все-таки вот бить часто приходилось, потому что финны такие агрессивненькие, там после 4-0 стали. Вот. Ага. Ну да, они в принципе сегодня играли активно, но чем обычно, то есть такие они обычно выжидают и играют больше на контратаках. Сегодня они побежали, не сказать, что неожиданно, но удивили так. И ну, да, пришлось иногда играть в силовую, тем более они там пытались какие-то там стычки сделать. То есть молодцы ребята, то есть стояли друг за друга. То есть это, ну, я думаю, поможет нам в регулярном чемпионате, что то есть туда нечего ездить на пятак. А как Кета себя чувствует после антила? Да, все нормально. То есть, обычная ситуация, молодец. Ну, кстати, да, в драке вот с этим древнегреческим атлетом была мысль, что Евгений все-таки может его повалить как-нибудь? Болел? Ну, конечно, болел. Да не, на самом деле нормально там все было. То есть я не думаю, что они оба сначала хотели драться, просто судьи там где-то помогали ситуацию. Ну, тот успел скинуть, Кетов не успел скинуть, поэтому вот, собственно, и все. Я думаю, что если бы он успел перчатку скинуть, было бы другое. СКА бы играл бы Торонто Марлис? Да. А не Джерси? Да. Спасибо. Все?